Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, ходить на выставки. Музей современного искусства Ирарта представляет выставку Андрея Шатило «Обществоведение». Вот что написано в анонсе к этой выставке. Андрей Шатило в своих работах обращается к социальным и к ностальгическим темам в сказочно-сюрреалистическом исполнении. Я зачитываю анонс выставки. Злободневные жизненные картины, авторская техника. Еще будучи подростком, не только рисовал, но и вдохновенно играл на барабанах, созданных совместно с друзьями в музыкальных группах. Зрители справедливо называют работы Андрея Шатилова жизненными. Своей злободневностью они находят отклик в умах людей. Его живопись давно обрела поклонников в интернете. Художник постоянно обращается к социальным темам, что сближает его с передвижниками, родственные ему своим гуманистическим посылом. Тема взрослых детей, их столкновение с современной реальностью является лейтмотивом живописи художника, для которого характерны истории и сюжеты, где каждая деталь осмысленна и не случайна. Андрей Шатилов родился в 1987 году в городе Ахтубинск, Астраханской области. В 2006 окончил Астраханское художественное училище имени Власова. В 2012-м факультет графического дизайна Волгоградского государственного педагогического университета. Автор, лауреат Ирарта премии 2023 года. Ну вот так вкратце о выставке «Обществоведение» Андрея Шатилова. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.